Всем привет, с вами снова Nims42, и мы с вами продолжаем проходить второй Dark Souls. И мы уже прям вот в самом конце игры, так что осталось только, ну, буквально сущие мелочи. Я, наверное, сейчас попытаюсь... Я так и не открыл какую-то одну локацию. Офигеть, я не знаю, что это за локация. Да. Я сейчас, наверное, попытаюсь прикончить Вендрика, потому что я расформился. Сейчас в камеру, у меня уже вот. Вот такие у меня статы. Я могу уже использовать тот меч, но у него все равно урона 501. Все равно меньше, чем у меня сейчас. Как ни крути, вот этот вот меч по урону получается у меня пока что сильнее всего. Если я буду качать левела, может быть, у меня будет сильнее какой-то другой. Но с текущим билдом у меня сильнее всего именно вот этот меч. Так. Ну и мы летим к Вендрику. А, где он только? Где был склеп? Я не помню. Вот, склеп нежити. Нам сюда, да? Вроде да. Пожалуй, воскрешусь просто так. А теперь с нашими душами гиганта, я думаю, это должно быть проще. Не знаю, как именно, но по идее должно быть проще. По идее. Сейчас посмотрим, как на практике. Я думаю, я просто мимо всех пробегу, потому что, как бы, нафиг она вообще опять всех их убивать по 20 раз. Пробегаем мимо. А как только я закончу второй Dark Souls, это будет не все. Потому что здесь еще куча, реально целая куча контента для New Game Plus. Как только я, ну, разберусь со всем этим, я буду продолжать. Сейчас посмотрим, как он. Теперь. Да, снимаю я у него не шибко много. Зато он, кажется, стал медленней. Может просто... Так, понятно. У нас все равно проблемы. Мне просто везло сначала. Мне просто везло. Ой, от его ударов очень удобно укатываться. Но вы же знаете, как я отношусь к укатыванию. Да. Урона я ему нанес, как вы видели, тоже не особо много. Блин, чё ж делать-то? А мне бы у него прикупить... Ой, тьфу, у него. А, у местного торговца прикупить этих... Человечностей.
Блин, столько качался, все равно недостаточно. Сколько можно качаться? Где тут этот торговец? Да, окей. Мне их не жалко, у меня их вообще 3 штуки было, я и так просто одну использовал. А что за него, что за оружие дают за него, я так и не посмотрел за эту душу. Вот. Потом посмотрю. Все, это все, что у тебя можно купить. Ну ладно. Так, ну что ж, окей. Вендрика все равно еще рано убивать. В таком случае... Пойдем по кругу убивать тех боссов, которых я не осилил. Так, дуэль мне не нужна. А, кстати, я не поменял себе кольцо. У меня же есть кольцо гигантов. Плюс 2, да. А мы летим сюда. Может быть, теперь у нас получится. Кто его знает. У меня всего лишь 6 попыток до конца игры, видимо. Потому что я не знаю, где еще достать человечность. Так, ну что, призывов нету. Замечательно. Ждем призывы. Я, в принципе, думаю, я должен быть достаточно раскачан уже для этого. Ладно, Вендрик, ну для этого-то босса должен быть раскачан, надеюсь. Скоро 200-й уровень уже будет, куда уж выше. Чё-то никого нет. Пойдем пока почистим внизу, может появится. Да, смотрите, они теперь не так страшно мне все это снимают. Вполне себе. Сейчас вызовем лифт, пойдем назад сторожить знаки. Да чё ж никого нету-то? Время, что ли, такое? Где все? Улё? Да. Ну ладно. Может, будут перед боссом. Пойдем, дойдем до босса. Лифт надо будет заранее назад поднять, на случай, если я помру. Так вот. Ну, иди сюда, голубок. Сейчас мы посмотрим,
как мы с тобой справляемся. Половина хп, ну, маловато, честно говоря. А вот он у меня снимает все столько же. Да. Ой, как бы его выманить? Не знаю. Давайте с деликатера магии, может, попробуем. Блин. Не берет захват. А он меня и так заметил. Ой-ой-ой! Вот этого только не хватало, а? Я не понял, он что, типа одноразовый, взорвался и все? Интересно. Давайте наконец-то посмотрим, что тут. Я ж протупил, я теперь могу нормально посмотреть, потому что у меня есть факел. А нет, смотрите, не могу. Ну ладно. Ага. Ага. Окей. Будем надеяться, что это все. Ой, зря это делаю. Ох, зря. Так. Нормально. Еще кто? Или это все? Все? Вот и замечательно. Все. Оба, теперь там фантомы стоят. И никаких призывов. Где мои призывы? Что за прикол? Так, ничего не уронил. Я теперь-то хоть могу открыть? О, ключ от подземелий нужен был, окей. Вот так вот это работает. Чтобы вы понимали, теперь я наконец-то могу это показать. А, призыв, 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 призыв. Здоров, чувак. Маг, это хорошо. О, еще призыв. О, мы призвали Нео, вы посмотрите. Здоров, чувак. Так, сейчас я зажгу. Хе-хе,
Кидает все, hello. Так, ну что ж, готовы? Все, пошли. Ой, какая быстрая. Ну, сносит так себе. Но она все еще опасна, да. По крайней мере, все равно мы ее просто разбираем. Да, все. Это все. А теперь вы видели душа старой ведьмы. Эта некогда великая душа все еще оказывает влияние на землю вокруг, несмотря на то, что за минувшие века от нее сохранились лишь жалкие останки. Старая ведьма. Ведьма Излит. Так. Ой, а тут открыто, смотрите, как так. Ну ладно. Так, еще левела 2, наверное, сможем мапнуть. Где наша тетка? Иди сюда. Bearer of the curse. Until... Так, до 20 давайте интеллект будем брать. Возможно, я еще могу броню себе улучшить. Мне уже меч я улучшил до плюс 5, но, блин, он все равно не дотягивает по урону. Поэтому давайте я буду улучшать броню. Ну да, будем улучшать броню. У меня осталось немножко мерцающего. Один как раз остался. Так, чтобы мне улучшить, я не знаю... голову. Давайте, да, голову. I'll be around. What? Я у него все скупил, что можно только, да? Ну, ладно. Так, теперь давайте мы слетаем, посмотрим, что нам... Оба! А я что-то пропустил, смотрите, это ж надо. Что нам дают за эти души? Сначала стрейт. Хорошая попытка. Well, very prepared. Он ничего нового не дает? Да, ничего нового. Ага, во! Огненное оружие, душа старой ведьмы. А вот это за повелителя гигантов. Порча, искривляющее пространство, в течение короткого времени повреждения не наносится. Ух ты. У Ведьмака Джилея не было ученика, поэтому неизвестно, как до нас дошли его заклинания. Возможно, что на самом деле изобрел эти порчи не он. Прикольно.
Ой, блин, может, за него оружие какое-то давали. Черт. Ну ладно. А, сначала слетаем Корнифекс, потом вернемся сюда. Мало ли, может, она что-то другое предложит. Душу старой грешницы я, наверное, пущу на души, потому что... Господи, призывы. Потому что... Потому что ее не жалко. Так. Не надо. Во, клинок хаоса. Катана неизвестного происхождения наносит урон не только врагам, но и собственному хозяину. Необычный узор на лезвии этого меча указывает на жуткую сущность этого проклятого клинка. На нем изображена воронка, влекущая к себе одинокую душу. Удары наносит урон игроку. Да. Понятно. В принципе, мне это не надо, нет. Я лучше куплю заклинания у Стрейда. Они выглядят более внушительно. Так, а вот теперь мы попробуем пройти Фрейю. Ой, не лагай. Не знаю, как получится, потому что с этим ее лазером... Здравствуй. Какой неприличный опять попался, а? О, слева опять этот чувак стоит. Мы теперь, в принципе, быстренько, простенько добрались до босса. О, ха-ха, ты ж надо. Да. Ой, игра, ты чё, блин, ко мне вторгается кто-то, что ли? Не надо так делать, я не хочу никаких вторжений, отвалить от меня. Ого! Понятно. Да, надо бы поаккуратней. Фух. Благо, пока что у меня человечность есть. Пока что. Оу! Какие неправильные пауки. Мне бы еще призыв. Здорово. Маг — это всегда хорошо. Пошли чудить.
Ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Тихо. Чуть не окаменел. Ой-ой-ой-ой. А чё это ты... А, понятно. В общем, так просто у нас ничего не выйдет. Окей. Обидно. Я думаю, что может выйдет. Еще что удумала? Блин, ну посмотрите, сколько я ему снимаю, ему вообще плевать. Да, New Game Plus это весело. Да-да, я тебя проткну. Гад. Мы ж даже до босса еще не дошли, а? Опасненько тут у нас. Эстусы я понапотрачивал. Понапотрачивал. Так. Прыг. Прыг. И бежим за вызовами. Призывами. Вызовами. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. Ой, только, пожалуйста, не надо мне больше никаких пауков. Тихо, тихо, спокойно. Чуть не помер. Ай, да выпей ты скорее. Фух. Блин, опасно как-то, слушайте. Очень опасно. Да что ж такое. Опять циргон. Только уже тут. Блин, 6 аптечек осталось. Плохо. Очень плохо. Я вот думаю, сколько урона тогда будет большой паук наносить, если мелкий столько наносит. Капец мне. Что-то он не призывается, странно. Ну конечно, когда я пришел, все вызовы исчезли. Конечно. Ну. Я слышу, где-то там знаки призыва появились. Наверху. Хрен его знает, где они. Мне-то тут надо. А тут их нет. Ой, ладно, я остановлю запись, пока не появится. Как только призову, сразу включу снова. Так, вроде как одного мы сейчас призовем. Такие. Да, 5 циркона. Стрел. Второго чё-то нету. Ну ладно. Ну, пойдем вдвоем. О, второй, второй, второй. И третий даже.
Ой, откуда еще один паук-то? Вы смотрите. Вы что, готовы? Хе-хе. Пошли. Ой-ой-ой. Я сразу бегу в бок. Ну офигеть, замечательное начало. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну офигеть, опять я один на один с этим долбанным боссом. Почему? Почему никогда не получается нормально? Откуда он взялся? Откуда он взялся? Замечательно, столько усилий, чтобы до него дойти. Почему он всех убивает, я не понимаю. В смысле, фантомов моих. О, господи. Короче, мне кажется, проще будет пройти... Ух ты, и тут тоже что-то есть, вот это вот. Проблема только в том, что он третьего уровня, как бы, а это не очень хорошо. Да. Кстати, а что у нас там с мечом? 586, может быть, мне уже больше будет? Не, до сих пор 501, до сих пор. А что же вот это за бонус, я не понимаю. Влияние веры и интеллекта на атаку тьмой зависит от меньшей из этих двух характеристик. Ага. Ага. Окей, я понял. Так. У меня еще 4 попытки. Супер. Всего лишь 4 попытки. И потом у меня опять начнутся проблемы. Я надеюсь, тут опять не будет появляться те, которые просто фармят. Потому что мне до босса дойти надо. Фармить я и сам могу. Бля, нет призывов. Против вот этих вот сам я не хочу лезть. Разве что против одного. Ой, зря, ой, зря, ой, зря. Понятно. Мостик мне там поломали, гады. Да, блин. Вы издеваетесь? Ну как, есть призывы? Нет призывов.
Ладно, я, наверное, опять буду фармить, потому что я еще, как бы, мне для New Game Plus надо. Поэтому, да, знаете, я приостанавливаю запись. Как только я решу что-то сделать, снова все включим. А, я вот тут подумал. Я прокачал себе еще пару левелов. И, в общем, я решил, что пора бы, наверное, все-таки закончить игру. Да. Так что мы отправляемся в самый конец. А дальше я уже буду время от времени просто иногда... Офигеть, я столько бонфайров пропустил. А, я буду просто иногда выпускать, скажем так, серии время от времени из New Game Plus. А сейчас, да, сейчас я, наверное, таки закончу игру. Попробую, по крайней мере. И вот я все думаю, бонфайр-то не тот. Да, нам нужен не этот. Не этот. А где нужный? Хрен его знает. Так, нет, это проход. Мне не сюда. Не сюда. Пускай внизу будет. Там должен быть коридорчик с сидящими копейщиками. Вот тот мне нужен бонфайр. Так вот, где он? Давайте обойдем здесь, что ли. О, смотрите, королевы-то нету больше. Да, действительно. Лжец-босс. На Шандра. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я заблудился. Чуть не упал. Ну, власти. Я просто хочу пройти. Дайте мне пройти. Где выход? Где выход? Вот. Ну и комната. Кто строил этот замок, господи? Мне не сюда, нет. Нет, в смысле, мне вот сюда, да. Там должен быть бонфайр, который я пропустил. Прям возле входа в локацию. Прям совсем возле входа. Блин. Ой, да отвалит. Да, вот. Вот тут вот он должен быть. Здесь. Супер. Сколько призывов? Ну, давайте. Кто хочет со мной закончить игру? Раз, чувак. Два, чувак. Здорово. Ну что, идем заканчивать? Так, сейчас откроем. Сейчас.
Дрон желания. Вот из-за этой сволочи все это и случилось. С королевством Дренглик. Классное место тоже. Красивое. Надо бы мне, наверное, что-то от проклятия одеть, но... Я думаю, пускай будет так. Оу! Еще не конец, однако. Что довольно странно, кстати. Ой, да они даже нифига не снимают, но это просто смешно. Так, это присело. Теперь второй. Отлично. Во, а вот теперь все. Надо было надеть защиту от тьмы какую-то. Фух, а вот теперь конец. Ой, отойду-ка я, пожалуй. Да, проклятие это противно, но зато оно очень тонкое, как видите. Главное, чтобы она лазером из руки не стреляла. Ну как всегда. Ой, только не лазер. Да, ну как всегда, но она на соплях. Может быть, осилю. У меня максимальный хп снижается, как видите. Тихо, 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 тихо. Ну, еще немного. Нет, блин, вы видите это хп? Вы видели это хп? Блин. О, боже, как так можно? Так близко к победе я еще не был ни разу. Один раз был с каким-то боссом, уже не помню с каким, но настолько близко еще не был. Да, и у меня одна попытка. Только одна. Блин, надо было не жадничать и отойти. Ну ладно, уже поздно.
Здрасте, здрасте. И тебе здрасте. Ну чё, пойдем? Ух, убить надо эту паскуду. Смотрите, а у всех вот эти щиты почему-то. Почему-то у всех именно этот. А не тот, который у меня. Странно, я думаю, у меня реально самый хороший. Ой, меня сейчас камера убьет. Это свалюсь где-то. Главное, чтобы они сейчас не вылезли мне в экран, потому что если вылезут, я могу упасть. Как бы странно это ни было. Такое вполне может произойти. Фух. Ну что, заканчиваем. Ой, уйди ты со своим лазером, а! Тупее смерти я еще не видел. Прошли игру, называется. Прошли игру, супер, супер. Знаете что, я, наверное, один раз кому-нибудь помогу. Да, потому что я хочу сделать это с напарниками. То есть я хочу воскреситься, а потом... Блин, а потом сделать это самому. Я не понял, а что я не могу оставить? Странно. Во. Так вот. Вендрика бы тоже прибить. Но этим мы потом займемся. Чё ж меня никто не призывает-то? Давайте пока посмотрим, есть ли у меня что-то от проклятия. Да, как он пропал? Ладно, знаете, давайте попробуем... Вы издеваетесь? Какого черта тебе надо? И как он только что это сделал, если я стоял прямо перед ним? Скотина. Как же вот такие вот задрали, а?
Ой, чтобы ему пусто было, сколько ж можно? Ну, как это бесит. Невероятно бесит. Так. Не знаю, получится у меня у одного или нет. Потому что прикол не в защите, прикол в постоянном уменьшении здоровья. В принципе, вроде как должно получиться. Я надеюсь. Блин. Так, надо отступить. Причем срочно. То есть мне надо убить ее до того, как у меня закончится максимальное ХП. Да. Так, отходим. 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 Только не лазер, только не лазер. Да отвалишь ты. Блин, как она раздражает. Были бы у меня с собой человеческие фигурки. Точно, ее было бы пройти за нефиг делать. Что это она тут пит? Ой, только не падай вниз, господи. Свалился уже один раз. Отвали от меня, отвали от меня. Ой, да ядрить твою налево, ну как так-то, ну. Пробуждает души мертвецов? Что? Да. Столько у меня нету нигде этих познаний в магии. Покров пламени. Может, мощным поджиганием попробовать? Хотя нет, не. Блин. Давайте это что ли поставим, попробуем. Вряд ли, конечно, от этого будет толк, но...
Да, та еще сволочь. Ой, вот все в этой игре, все указывает на то, что надо быть быстрым. Я не хочу быть быстрым, не хочу. Это ужасно. Кстати, между прочим, в прошлый раз, может быть, мы бы с ней справились, если бы я не упал. Просто тупо закидать ее фаерболами, я думаю, все-таки можно. Думаю, зря я взял эту огненную бурю. Не надо было ее брать, ну ладно. Сейчас посмотрим, как оно будет сразу же, прямо на практике. Фигово оно будет, понятно. Ой, мне нужны человеческие фигурки. Срочно. Я не знаю, где их взять. А, здрасте. Знаю, у меня куча ненужных этих угольков вражды, которые сейчас сразу станут нужными. Так вот. Оба, посмотрите, как все горит, а теперь прикольно. Поиграть пришел, называется. Ладно, сейчас мы их зарежем. Сейчас мы их зарежем. И еще нескольких тоже. НПЦ. Потому что, в принципе, конец игры. Что? Такая удивилась. Она так тоже нехило снимает, посмотрите. Бледный камень. А что это такое вообще? Я так и не посмотрю. Что за бледный камень? Ну ладно. Во! Решает снаряжение... А, да ну, господи. Фигня какая-то. Мне сейчас надо быть внимательнее, чтобы меня скелеты не убили. А то они могут. Блин, вот это они, да. Улучшил костер. По одному я-то их разобрал, наверное. Но не втроем, сразу. Они просто все атакуют в разнобой, из-за этого я не могу контратаковать никак по-нормальному. Вот постоянно в разнобой.
Ой, зря, ой, зря, ой, зря. Уходим, 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 спокойно. Так, тихо, 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 держимся, держимся, один готов. Один уже готов. Вау! Интересно, сколько у меня хп сейчас. Понятно, это было лишним. Ну ладно. Меня, в принципе, и одна человечность устраивает. Сейчас пойдем еще раз попробуем. В смысле, не к скелетам, а к Нашандре. Так, где наш Дренглик? Все время его теряю. Вот. Стрелы совсем закончились. Ай, не лагай. О, жетун опять. Так, и знаете что? Я, наверное, себе еще приодену, допустим, кидалок всяких. Во, вот этого. Здрасте. Прикольная броня у тебя, чувак. Здорово. Пошли. Надо бы, на самом деле, конечно, еще одну фигурку себе на случай, если у меня вот закончится максимальное ХП, но... Но скелеты слишком злые. Да и закончить сильно хочется что-то. Я сегодня весь день пишу Dark Souls. Вот. Так что думаю, чтобы уже закончить под вечер. Так, ну чё, народ у меня сзади, да? Все тут. Пошли. Да, я и, конечно, нифига не снимаю. У-у-у, молодец, чувак. С тремя... Сразу это довольно проблематично, что-либо ей снимать моими фаерболами. Да. Надо руками бить. Оу, так проклятую гадость можно убрать. Это замечательно. И потом можно будет ее нормально бить, окей. То есть таки такой вариант есть. Развитие событий. Она умеет так хорошо. Ой, только бы не свалиться мне. Я не тот заюзал. Ой, она опять вызывает эту гадость. Вот сволочь, а. Да не, смотрите. А, да, разрушается. И правда разрушается, окей.
Так, отходим, 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 отходим. Тихо, 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 отстань от меня. Я сейчас испугаюсь и опять упаду куда-то. Очень мало пространства на самом деле. Тихо, тихо, тихо. Еще чуть-чуть. Есть! Душа на шандры. Спасибо, чувак. Спасибо. It is your choice to embrace or renounce this. Great sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see. Фух. Наконец-то. Да, это было нехило. Интересный конец. Но в принципе, то есть, мы сделали то же, что и в первой части. Просто нам не дали выбор. То есть, походу, тут нет плохой концовки, насколько я понимаю. Может, есть, но я ее пока не видел. То есть нам в первом Dark Souls надо было специально сделать плохую концовку, а здесь типа перед нами поставили выбор и сказали, что только тебе известно, что будет потом. То есть зажжем мы огонь или нет. Окей, хорошо. Будем ждать следующих игр серии Souls, обожаю их. Ну и все, увидимся с вами в следующих прохождениях, в следующих сериях. Я надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Nim42. И до встречи в следующих сериях. Пока-пока!